Всем привет. С вами канал Медсиджина. Сегодня мы поговорим на такую тему — взаимная подписка. Подпишись на канал, поставь лайк этому видео. Все, всем пока. Нет, конечно, еще не пока. Не пишите мне такие комментарии, как я подписался, гоу давай. Я же написал на канал Медсиджина подписываться. И тогда я подпишусь на вас. То есть сейчас я после этого видео запишу видео, кто на меня подписался, и вы увидите, правда я или нет. На моем канале уже 187 подписчиков. Поставьте лайк. Подпишись на канал, поставь лайк. Ставь лось, если ты не лось. Занимай подписка. Писка. Подписка. Занимай. Если вам понравился сталкер, пишите в комментарии. Я буду выпускать больше новых рубрик. Также скоро симулятор. Да, установлю себе симулятор. Отсели. Симулятор. Я буду играть в Аладдин. Вайф. В Дум. В разные игры. С геймпака. То есть, если это видео наберет 5000 просмотров, я куплю геймпад. И также, я после, когда видео наберет 5000 просмотров на канале, плюс вы не будете отключать рекламу, будете до конца, до полного конца. Посмотрите, подпишите, поставьте лайки, напишите комментарий, посмотрите другое видео. Взаимные подписки только для активных людей. Мне, я подписал, ну классно, у меня 50 подписчиков. Зашибись. Я бог. Даже если у меня 1 миллиард, мне 2 миллиарда подписчиков, я круче, чем Саша Спилберг, Иван Гай, Иван Рудской, Феомир. Ну что, я кидаю вам вызов. Я круче вас. Ведь у меня взаимных подписчиков миллиарды. Просмотров 0. Вот в этом вся и фигня. То есть вы должны подписаны и быть активным. А если быть активным, то какой у меня будет пассивный доход, если вы не активны? Становитесь активными. Подписывайтесь. 50 подписчиков в день. По 50 подписчиков в день. Подписывайтесь 50 каналов. Я подпишусь в этот же день под видео сразу на вас. На всех 50. Только главное. Не закрывайте канал, я за вами слежу. Без обмана. Как мне писал один там подписчик. Ого, подписку без обмана, Ты чё А теперь мид. А еще мид. Пока.